Каждый из вас наверняка сталкивался с тем, что забыл, в какую папку положил какой-нибудь очень важный документ, или, например, забыл, в какой файл записал все свои пароли. На этом занятии мы поговорим, как с помощью терминала искать файлы и различный текст в них. Первая команда, с которой мы сегодня познакомимся, это команда find. Она позволяет искать файл по имени в указанной папке. В качестве аргументов нужно передать папку, в которой вы хотите найти файл, и имя файла в кавычках. Если вы не укажете папку, поиск будет произведен в текущей директории. Например, команда /-name file.txt найдет файл .txt в вашей домашней директории. Вы также можете использовать звездочки и вопросики, чтобы, например, как во втором примере, найти все текстовые файлы в домашней директории. Давайте теперь попробуем воспользоваться командой find на практике. Чтобы, например, найти файл 1.txt в текущей директории и, соответственно, его в подпапках, я воспользуюсь следующей командой. find -name file1.txt. Видно, что файл 1.txt находится в папке dir1/subdir1. Давайте попробую найти все картинки с расширением JPG в текущей директории. Для этого я воспользуюсь следующей командой. А теперь я захочу сузить поиск и найти все картинки, только начинающиеся с image. Для этого я воспользуюсь следующей командой. Также я могу указать папку, в которой нужно произвести поиск. Для этого я передам ее первым аргументом команде find, как в этой примере.